Приглашаемый быть зрителем всего любопытного, посланник наш видел рыцарские игры в день восшествия на престол Елизаветы, праздник орденский святого Георгия, богослужение в церкви святого Павла и торжественный въезд королевы в Лондон ночью при свете факелов и звуке труб, со всеми пэрами и царедворцами, среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей монархине. Елизавета везде благодарила Микулина за его присутствие, и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и россиян. Плененный ее милостями, сей посланник имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона, 18 февраля 1601 когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с пятьюстами преданных ему людей шел овладеть крепостью, когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах, Микулин вместе с верными англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к царю, славя доблесть его сановника. Одним словом, сие посольство утвердило личное дружество между Борисом и королевою. Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом крестовом походе или союзе всех держав христианских для изгнания турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении султану и что ревностно желает успеха христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение. Он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с шведским правителем. Но Елисавета старалась доказать ему, что и вера, и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту англичанам для свободной беспошлинной торговли в России – с особенным благоволением приняв посланника или советина Ричарда Ли, коего главным делом было уверить царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей», — писал к нему Ли, выезжая из России, — «ибо ты, сильнейший из монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности» когда бы все христианские венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы царствовала тишина в Европе, и ни султан, ни папа не могли бы возмутить ее спокойствие. Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, королева в 1603 году предлагала ему руку знатной 11-летней англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами, вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и других красавиц лондонских, и желала, чтобы царь до того времени не искал другой супруги для юного Федора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста, и родняли королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитый в летописях британских, достопамятной и в нашей истории долговременную приязнью к России, устранила дело о сватовстве не прервав дружественной связи между Англией и царем. Новый король, Иаков I, не замедлил известить Бориса о соединении Шотландии с Англией и писал «Наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова Фома Смит в октябре 1604, представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что «король английский и шотландский» Сильный воинством, морским и сухопутным, еще сильнейшей любовью народную, только одного московского венценосца просит о дружбе. Ибо все иные государи европейские сами ищут в Иакове. Что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя онной в память Великой Елисоветы, и своего незабвенного Шурина, датского герцога Иоанна, коего царь любил столь нежно и столь горестно оплакал. Борис сказал, что ни с одним из монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою, и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверхправо торговать беспошлинно во всех наших городах Иаков требовал свободного пропуска англичан через Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России изъясняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили посла в неизменной силе милостивых грамот, данных царем гостям лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе, что царь до времени не может пустить туда англичан для их безопасности. С таким ответом Смит выехал из Москвы 20 марта 1605. Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россией. Одна торговля служила твердую связью между ими, будучи равно выгодную для обеих. Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился однако же дать и немецким гостям права новой. Еще недовольная Федоровую жалованную грамотою, Ганза прислала в Москву любского бургомистра Гермерса, трех рацгеров и секретаря своего, которые 3 апреля 1603 поднесли в дарь государю и сыну его литые серебряные, вызолоченные изображения фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцов приняли как знатнейших вельмуш, угостили обедом на золоте. От имени 59 немецких союзных городов они вручили боярам челобитную, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем Отечестве исчисляется не годами, а столетиями. Что в самые отдаленные времена, когда англичане, голландцы, французы едва знали имя России – Ганза доставляла ей все нужное и приятное для жизни гражданской. И зато из Искани пользовалась благоволением державных предков царя, правами и выгодами исключительными. О возвращении сих прав молила Ганза, славя Бориса. Желала торговли беспошлинной. Хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Калмогорах, в Архангельске, и дал гостиные дворы в Новигороде, Пскове, Москве, с правом иметь там церкви, как в старину бывало. Требовала ямских лошадей для перевоза своих товаров из места в место и прочее. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцов императора, королей испанского, французского, литовского, датского. Что жители вольных немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее, в знак милости, уступается любчанам, ибо другие немцы – суть подданные разных властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными, что одни же любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести, что ганзия дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостиные дворы в Новигороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не государевым, что всякая вера терпима в России – но строить церкви не дозволяется ни католикам, ни лютеранам, и что всем отказано знатнейшим венценосцам Европы, императору, королеве Елизавете и прочее, что ямы учреждены в России не для купечества, а единственно для гонцов правительства и для послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту 5 июня с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам что немцы в домах своих могут держать вино русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. С сею жалованную грамотою послы выехали в Новгород, представили ее там воеводе князю Буйносову Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок. Но воевода ждал еще особенного указа и долго, так что они, лишаясь терпения, уехали в Обсков, где были счастливее. Городоначальник немедленно отвел им на берегу реки Великой, вне города, место старого гостиного двора немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее любчан, вспоминая предание о счастливом союзе их города с Ганзе. Но минувшее уже не могло возвратиться от перемены в отношениях Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новигороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего дела. И в 1604 году корабли гамбургские уже начали приходить в Архангельск. Между европейскими посольствами заметим еще римские и флорентийское. В 1601 году были в Москве нунцы Климента VIII, Франциск Коста и дедак Миранда, а другие в 1603 году требуют дозволения ехать в Персию. Царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгу и в Астрахань. Фердинанд, великий герцог Тосканский и Флорентийский, один из знаменитых властителей славного рода Медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису в марте 1602 чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем через наши Двинские гавани. Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником Ахметом, мы узнавали все происшествия Константинопольские от греческих святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынью, с иконами и с благословением патриархов. Еще Иоанн дал Афонской в Веденской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники иноки и другие греки, искавшие службы в России известия сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии атаманской империи удостоверяли бориса в безопасности с ее стороны по крайней мере на несколько времени